Представители бизнес-сообщества «Химок» сегодня лично встретились с главой округа Дмитрием Волошиным. На этот раз к градоначальнику пришло руководство Московской федерации биатлона. Они обратились с просьбой помочь в реализации проекта, который подразумевает строительство биатлонного центра на базе учебно-тренировочного центра «Планерная». В данный момент там уже открыта лыжероллерная трасса протяженностью более 2 километров. Но для полноценных тренировок не хватает стрельбища. Спортивные чиновники уверены, что реализация данного проекта необходима. Сегодня на территории Москвы и области работает множество спортивных школ по биатлону, а рельеф и инфраструктура планерной как нельзя лучше соответствуют всем требованиям. Чтобы расширить и улучшить структуру лыжебиатлонного комплекса, который разработан проект, мы с нашей стороны рассматриваем привлечение инвесторов. Трехстороннее соглашение вполне возможно для гарантии инвестора. Администрация «Химок» предложение восприняла положительно. Этот вопрос обещали проработать в ближайшее время.